Торжественная церемония, приуроченная к Международному олимпийскому дню, состоялась в городе над Бугом 23 июня на площади Олимпийской славы. Медали с именами призеров и чемпионов Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были открыты в присутствии именитых и начинающих спортсменов, а также ветеранов спорта. Сейчас стелу спортивных достижений Брещины украшает 21 медаль. Пришло было бы не воспользоваться самим фактом существования такого международного праздника для того, чтобы наши ребята, а ведь в основном здесь, на этом празднике, собрались подающие надежды, перспективные юные спортсмены, для того, чтобы они еще более прониклись вот олимпийским духом, а участвуя вот совместно в этом празднике с заслуженными мастерами спорта, с нашими олимпийцами, я думаю, что это как раз придает уверенность нашим ребятам в том, что им под силам самые высокие результаты и самые высокие пьедесталы. За вклад в развитие олимпийского движения ряд брестских тренеров, руководителей и коллективов спортивных учреждений были награждены почетными грамотами областного представительства Национального олимпийского комитета. Обращаясь к юным спортсменам, олимпийцы и представители НОК пожелали хороших результатов, установления собственных рекордов, которые со временем перерастут в мировые, и терпения, без которого не бывает побед. Они смотрят на олимпийцев и хотят подражать им, берут пример с них, и дай Бог, чтобы из этих деток, которые сегодня были здесь на празднике, тоже были будущие олимпийцы. Когда начинаешь заниматься, конечно, немного понимаешь, что ты делаешь, но со временем, с помощью тренеров, конечно, приходят какие-то умения, навыки, опыт и желание тренироваться, выигрывать, побеждать. Начинаешь уже там со временем думать, выиграть там, допустим, спартакиаду детскую, потом какие-то другие соревнования. Ну и со временем, конечно, Олимпийские игры. Поэтому всему свое время. События Международного олимпийского дня продолжились в легкоатлетическом манеже, где состоялся финал 6-й областной олимпийской спартакиады на призы представительства НОК под девизом «Олимпийцы среди нас», где, возможно, и соревновались будущие олимпийские звезды Брещины.